Ликвидировать котел было поручено Донскому фронту. Командующий фронтом генерал Рокоссовский, член военного совета Телегин. Начальник штаба Малинин. Начальник артиллерии фронта Казаков. Представителем ставки Верховного главнокомандования был генерал-полковник Воронов. Начало операции, названной «Кольцо», было назначено на 10 января. Как она проходила, рассказывает маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, маршал артиллерии Василий Иванович Казаков и бывший командующий 65-й армии генерал армии Павел Иванович Батов. Мне хотелось бы, прежде чем мы коснемся вопроса 10 января, начала нашего наступления, как-то вспомнить, что какие события предшествовали за период до 10-го. Я помню, что мы, окружив вот эти войска Паулюса, два фронта, Сталинградский и Донской, производили сжимание такое. По-моему, не ошибаюсь. Правильно, я так тоже. Наступали войска и Сталинградского фронта на своем направлении, мы на своем участке. Еще такого генерального плана не было. Ну и ставка решила ускорить, для того, чтобы ускорить, разделаться с соответствующей группой, что здесь тоже было 7 армий задействованных против группы Паулюса, приняло решение усилить Донской фронт 2-й гвардейской армии. А, Малиновского, да-да, правильно. Вот, мне кажется, помните, мы тогда и отрабатывали уже до прихода еще Малиновского, где же его использовать. Здесь была такая фигура, вроде действительно яйца получилась, вытянутая с востока на запад. Где его наносить удар? Ну и вообще решение такое у нас было, что все же удар наносить надо с запада на восток, с тем, чтобы разрезать эту группу окруженных на две части и затем уже ее ликвидировать. Это примерно, и армия, да, так, собственно, примерно это было с участка 21-й и 65-й армии. Да, вот на этом так. Удар с западного... Да. И, тут, чтобы... и Малиновского как раз мы вот решили использовать как основная ударная сила, потому что у нас, насколько мне память не изменяет, дивизии у вас в армиях, ну, были у нас маленькие, были лучше, да. Это были так, 3,5 тысячи, это максимально. Да, вот такие примерно. Да. А Малиновский шел с армией, кадровый, да, 10-12 тысяч дивизии были, свой танковый корпус там у него был. Это мощный. Товарищ маршал, помните, когда они проходили мимо Вертячи, такой, их там авангардные дивизии были 10-12, кадровые бойцы, очень хорошая армия. И, конечно, если бы эта армия была введена в бой, плюс мы могли использовать тогда вашу 65-ю армию, 21-я частяковая армия справа. И так мы рассчитывали, Василий Иванович. Вы артиллерийское обеспечение готовили. Но случилось, я, конечно, не ошибаюсь, случилось то, что появилась группа этого Манштейна, пытающаяся деблокировать окруженную группу, и ставка в результате беседы и со мной, и с Малышом Василевским, который у нас был, приняла решение армию Малиновского направить против Манштейна. Мы встали, собственно, оказались у разбитого корыта. Что расчеты были на армию вторую в гвардейскую эту, а сейчас остались, собственно, опять же, с жиденькими дивизиями. Я доложил тогда Сталина о том, что мы не можем ликвидировать в составе таком эту группу войск. Необходимо будет усилить какими-то средствами другими. Но он спросил меня, чем? Ну, конечно, танки, артиллерия, это первую очередь, да, всегда мы просили. Он сообщил о том, что пришли к нам Воронова. С его приездом начали мы готовить вот эту самую операцию. Причем мы тоже стали продолжать свое решение так, как оно было. Все тоже направление, западное направление. Да, сам, тоже, да. Только для того, чтобы создать такой ударный кулак, были привлечены справа 21-я и ваша 65-я центральная армия, которая должны были быть усилены всеми средствами за счет фронта, и затем нанести тот же удар в центре запада на восток с
своими главными силами и справа должен был содействовать своим левым флангом Толбухин, 57-я армия, да. И находящаяся правее вашей армии, 24-я армия, Галанина. Там, да, Галанина. Все же остальные армии, этого самого Шумилова, Чуйкова, Жадова, они должны были своими активными действиями на своих участках сковать как можно больше сил для того, чтобы противник не мог маневрировать. Так, по-моему. Правильно, Тимаш. Но в связи с этим, что это надо было как-то централизовать все эти войска, я решил с Малининым проверить, можно ли объединить эти войска в одних руках. На этом наш разговор закончился, но Ставка ухватилась за это, поймала эту мысль, и через некоторое время мы получили такое распоряжение, что все войска, окружающие Павлевскую группировку, подчиняются командованию Донским фронтом. Да. Какие армии? Начнем если отсюда. 21-я, 64-я, 57-я. То есть виноват, 57-я, 64-я, 62-я, 52-я, Куйкова, Жадова, 66-я, 24-я, Галанин. Да. Вот эти. Я считаю, что решение Ставки объединить вот эти все войска, находящиеся, то есть использованные для ликвидации окруженной группировки, было бы условно правильно. Нам надо было, помните, заменить ту ударную силу, хотя бы создать что-нибудь вроде этого после ухода Малиновского армии. Ну, решение было создать ударный такой кулак из состава двух армий, 65-й и 21-й. На узком фронте они должны были опять же продолжать нашу мысль, задачу, рассечь противника пополам мощным ударом с запада на восток, с тем, чтобы потом уже разделаться отдельности с каждой из этих групп. Но нужно было их войска, количество войск у нас было небольшое, дивизии слабенькие. Значит, решили мы просить усиления. С приездом Воронова, все же нужно сказать, он нам много помог. Только одному Донскому фронту для ликвидации армии Павелса дал 7500 орудий, 5 миллионов снарядов, 1655 установок «Катюш». Ставка, значит, выделила достаточное количество артиллерии. Значит, большое количество артиллерии. Значит, кроме этого, значит, две зенитные дивизии было и 8 отдельных зенитных полков. Получается 20 зенитных полков, кроме истребителей, которые могли бороться с авиацией противника. Я, кажется, не ошибаюсь, что Ставка все время нажимала нас, чтобы мы начинали наступление быстрее. В декабре сначала намечали, то в конце декабря мы не могли. В первых числах января тоже нет. Пришлось вмешаться и Ворову, помимо того, что я разговаривал с Верховным главным командующим, он крепко поддержал меня, доказав, что мы начинать наступление раньше не можем. И, наконец, срок подходил, стал 10 января, когда более-менее мы были уже готовы. Надо было наступать. Я вот не помню, какие тут, собственно, эпизоды. Да, вот что, вспомнил. Помните, у нас был такой выдающийся язык на юго-запад. Мариновка-Карповка, Мариновка-Карповка, который нам мешал наносить этот удар в центре. Поэтому мы, не решая создавать, проводить какую-то особую операцию, решили ликвидировать его в процессе самого удара. В ходе. Но здесь было выгоднее использовать вашу армию. Я помню, усилить ее более сильными средствами. Да, вы дали нам, помните, Василий Иванович, дали артиллерийские части 25 полков усиления артиллерии, 8 полков гвардейских минометных частей, танковых частей дали. Так что армия была, почувствовалась очень сильно. Да. Ну, до начала наступления, как-то беседуя, по-моему, вы были, это много нас было, и Воронов, был Новиков, это сам наш ВС, за Красной армии. Потом был еще Голованов тоже. Обсуждали, что раньше практиковалась такая в средние века, да и попозже, предъявление ультиматума противнику о сдаче. Зачем, мол, кровь проливать? Все равно вашему положение ясное, обреченное. Наше предложение, Ставке понравилось.
Ну, после обработки текста, работали мы все там, продолжила Ставка нам представить туда текст. Маленькая поправочка одна была, в общем, хорошо мы составили, оказывается. Ультиматум был составлен, теперь решено было, как вручить. Я не помню, наш начальник разведки. Виноградов, полковник. Это да, ну вот так. Смыслов майор. Конечно. Такой офицер, Смыслов. Смыслов майор. В общем, группа подготовлена для того, чтобы передать. Причем надо было передать это за день-два до начала. Мы 8-го, по-моему, 8-го числа. Заранее об этом, да, заранее об этом объявлено было по радио. Я помню тоже. Противник об этом знал. Ну и этот самый ультиматум был вручен. Противник пропустил, принял их, но ультиматум Павлюс не принял. Ну, собственно, мы получили право на то, чтобы уже, как вы это намекали, разговаривать другим языком. Каким там? Да, 25 полков усиления РДГК артиллерии и 8 полков гвардейских минометных частей сказали свое слово. Тогда, по-видимому, оно дошло до окруженной группировки. Но это только у вас, в армии. Да, я понимаю. Еще армия Писакова, вот армия группы была. На отдельных направлениях, в отдельных дивизиях, у Павла Ивановича Батова было по 300 орудий на километр фронта. Да, 300 орудий на километр фронта. В истории не было в то время такой цифры. А всего-то у нас было во фронте у вас 120 полков. Ствольная артиллерия, 120 полков. 20 полков зенитной артиллерии и 1655 установок. Я хочу вам сказать, что один залп, Катюш, один залп составлял 15,5 тысяч ракет. Один залп. Один бы мы в каждое орудие, я хочу вам говорить, мы выпускали с каждого орудия во время 50-минутной артиллерийской подготовки, значит, выпускали по 6-8 снарядов в минуту. Все обрушилось на врага.